Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства проверили один из магазинов на улице Туапсинской. Помимо продуктов, здесь торговали и сигаретами, что запрещено в торговых точках, которые находятся менее чем в 100 метрах от входа в школу. Проверку провели в рамках комплексной профилактической операции «Курорт». И в итоге из магазина изъяли 537 пачек сигарет. В отношении владельца магазина составлен административный протокол, санкции, статьи за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, предполагают крупный штраф. По факту проводится административное расследование. Мы просим всех жителей и гостей города Сочи, кто обладает информацией о таких нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.